Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как на устройстве iPhone 13 mini включить ночной режим. Для этого открываем приложение «Настройки», мы окажемся в настройках. Затем нажимаем на кнопочку «Экран и яркость». Затем спускаемся вниз и выбираем Night Shift. Можем его включить прямо сейчас и выбрать интенсивность. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Храните свои глаза и до свидания. До скорых встреч.